Всем огромнейший привет, с вами снова Айс. Прошлые две серии были у меня великолепные из-за нашего синего типа. Вот, я большое приношу спасибо за все комментарии, потому что вы абсолютно правы, так оно и есть, естественно. Как же по-другому? По-другому быть не может. Ну а что я могу сказать? Стыдно. Играть так, как ты играешь первый раз в эту игру. Что, я ничего не могу с собой поделать, в принципе. Я, конечно, могу играть, как не в первый раз, но тогда это будет неинтересно, смешно не будет. А также весело, прикольно, согласитесь. Берем, например, бомбу и не знаем, зачем мы ее берем. Ладно, если серьезно, прошлые такие две, на если можно сказать и три мини-серии за синяка были ужасны. Ну это и понятно, почему они были ужасны. Потому что не то что персонаж сложный, просто я вообще не умею играть в Айзека на самом деле. То есть я в принципе в него играть не умею. Вот. Тут у нас не записалась еще одна небольшая серия на пару минут. Я забыл запись включить. Мы там сдохли. Единственное, что мы Лилию собрали в первой же золотой комнате. Поэтому мы начали с ДПС. Ну, с этим, блин, ДПС апом или как он там. Сферы красные, видите? Ну, я после этого сразу эту серию-то и пишу. После этой неудачи. Там была небольшая минус морали. Произошло то, что происходит у меня постоянно, когда она происходит. Я про минус мораль. Вот. Но не смогли пройти даже начало. Ну как там, два уровня прошли? Нет, два уровня мы не прошли. На втором почти в самом начале закончили свой путь. Ну, я думаю, что сейчас я собрался. Буду стараться. В конце концов, надо стараться. А то какие-то совсем ужасные у меня серии выходят. Можно даже со стороны показать, что не стараюсь, но это не так. Стараюсь. Кстати, серии, которые вчера писал, забыл записать. В один день, наверное, все три, получается, выпущу. Но там они были такие маленькие, все очень, очень маленькие, коротенькие. Поэтому... Ничего страшного. Ну, не совсем коротенькие, там не по 2 секунды, конечно. Ну, там меньше 20 минут. Ну, посмотрите, как, какой я, короче, скилловый. Мы взяли скорострельность дикую. Нам с ней очень сильно повезло сейчас. Почему она не показывается тут как дикая? Странно. Так, что я хотел, и что-то я забыл. А, точно. Хотел я за прошлой серии извиниться, потому что они были действительно ужасные. Вот, ну и... Не думайте то, что мне игра надоела, или я не стараюсь, нет. Просто вот... Сильно дезморалю в этой игре. Не знаю почему. Но именно Айзек меня заставляет очень сильно дезморалить, когда происходит что-то... не так. Ну и в других играх такого не происходит. Айзек заставляет дезморалить, наверное, потому что я в него уже столько играю, и меня сильно-сильно раздражает, когда я туплю в нем очень сильно. Причем даже туплю не в плане там взять каких-то вещей, ну, смотря какая вещь, да.
там есть вещи, которые действительно совсем стыдно не знать. Но есть вещи, которые не знаю, честно говоря. А в плане уворотов, да и просто какого-то стандартного мышления, там, как попасть там в шипастую через секретку, там, с помощью бомбы. Такие мелочи, ну не мелочи на самом деле, когда я про это начинаю забывать, а это все бывает из-за минус морали чаще всего. То и происходит все дальше и дальше и дальше. И приводит это все, естественно, к проигрышу. Ну, на что я надеялся? Надеялся на какой-нибудь хороший брелок, надеялся на бомбы. Я имею в виду в этом сундуке. Зачем я вверх пошел? Я же знал, что нужно просто стоять на месте. А вот это сознательное, знаете. Нужно уклониться, нужно тебя бежать. Вот на этой подсознательном рефлексе игра нас и ловит постоянно. А бомба все-таки выпала, это хорошо. Бомба — это то, что... Ну почему вот сейчас вот такое произошло тут, а? Ну почему именно в этот момент, когда я там стоял, он решил вызвать своего червяка, а? Нет, это не могу понять. Ну и все, и начался спам червей. Такие мелочи глупые, анлаковские, меня очень сильно бесит. Не знаю даже почему. С чего? Они должны меня раздражать. Ну, раздражают. Из-за этого я проигрываю. Вот сколько раз я говорил, да не заходи ты в эти шипастые комнаты, особенно за синяка. Да что ты там забыл? Ничего там не будет. Все равно захожу. Ну, там действительно ничего нету. Соответственно, это лишняя злоба. Очередная, которая не добавляет спокойствия к прохождению к нашему. Вот. И даже это синее сердце не так радует в камне, которое все-таки оказалось. Полет бы больше порадовал как же это сердце называется? Белое, короче, по правильному. Даже не знаю. Это он вызывает случайного пета, эта книга. Что-то я как-то про это немножко забыл, поэтому и тут заюзал. Ну ладно. Зато вспомню, что она делает, наверняка. Не знаю даже, пожалуй, вот так вот сделаю. Очень удачно, башка заперта вообще. Вообще так удачно. Как ее выкуривать? Я должен... Ну как вот я должен выкуривать, блин, без урона? Ну как я должен выкуривать без урона? Ладно, все. Можно все это сделать, просто терпения не хватает. Ну, после этого мы тут же получаем еще один урон, естественно. Как же без этого? Это все очевидно. Из-за этой головы, которую просто разработчики запихали в непонятное место, делая ее несложной, а просто тупостью, происходит то, что происходит. Отлично. Мозг — то, что нам нужно. Ну, ты, может, взорвешься? Нет, не хочешь взорваться. Ясно. В крота мы взрываться не хотим. Зато взорвались почти в нас. Ну, да, ничего. Что в крота-то взрываться? Лучше взорваться в нас попытаться. Это ж интереснее и веселее, правда? Ну, конечно.
Естественно, тролль-бомба, от которой не отлипнешь просто. Что ж поделаешь. Все бывает. Ну, взрываться будем, нет? Понятно. Ну, если я же мимо стрелял, да, то есть, ну, я же сам виноват. Зеленый шприц неплохой, кстати, шприц очень даже неплохой. Который делает из нас еще очень быстрого типа. Ну, одна жизнь. Не оставляет какие-либо надежды на прохождение. Третий уровень. Третий уровень, который я так, видимо, пройти не смогу в этих маленьких сериях за синяка. Хотя мы, конечно, пытаться будем. Вот это скорость, вот это то, что мне я люблю. Когда можно уклоняться от всего. Чё сейчас получилось, я не понимаю. Я беру паузу от Айзека на неопределенное время, я не знаю, потому что играть так в него невозможно и никому не интересно, ни вам, ни мне. Всем спасибо, кто это мучился, смотрел, всем пока.